погоду русской зимы саровчане отметили с размахом. На опушке между улицами Березовой и Раменской собралось большое количество детей и взрослых. И это неудивительно. Масленица считается одним из самых веселых праздников зимы. И с каждым годом в последние дни масленичной недели организаторы стараются подготовить для жителей что-то новое и интересное. Эти традиции очень важны для нашей молодежи, и надо сохранять эти традиции и воспитывать нашу молодежь именно духовно-нравственно. На импровизированной сцене выступали творческие коллективы с песнями, плясками и традиционными масленичными потешками. Саровчане смогли не только насладиться выступлениями коллективов, но и поучаствовать в различных конкурсах на меткость, стойкость и силу. Пройдя все испытания, самым активным под аплодисменты зрителей вручили памятные подарки. Из года в год придумываем что-то более, чтобы было насыщенно, более интересно. Чтобы людей все больше и больше привлекать, чтобы было занятно и интересно. Бесплатный чай, вкусные блины и полевая кухня стали еще одним приятным атрибутом праздника. Каждый гость успел по нескольку раз попробовать то или иное блюдо. И, как признаются сами жители, масленица в этом году удалась на славу. Все нравится, обстановка сама очень такая благоприятная. Игры, конкурсы, танцы, все хорошо, все замечательно. Все здорово, нам все понравилось. Мы уже успели поучаствовать в разных играх и выступить. Пришли, очень понравилось. Попробовали уже кашу, блины, шашлык, очень даже все вкусно. Поучаствовали в конкурсах, на ватрушках покатались. Также на протяжении всего праздника у горожан была уникальная возможность сфотографироваться у пожарной техники и увидеть выступление настоящего военного оркестра. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей Саров 24.